300 самых важных английских слов. Часть 12. Итак, продолжаем. 166 слово large. Большой. Синоним big. Да? В принципе, тоже большой. Антоним small. Маленький. Или little. Например, his family is large. Его семья большая. Spell. Значит, spell — это писать, да, по буквам. Есть такой очень часто задаваемый вопрос. How do we spell that? Как мы пишем это, например? How do we spell the word pen? Как мы пишем слово, слово pen по буквам? P, the answer is, ответ, P-E-N. Add, добавлять. I want to add this. Я хочу добавить это. Even, даже. Even she knows it. Даже она знает это. Land, земля. This land is very beautiful. Эта земля очень красивая. Here. Например, здесь. I will wait for you here. Там это there. Must. Должен. I must do. Я должен сделать это. You must listen to her. Должен слушать ее. Big. Большой. Например, this is a big improvement. Это большое улучшение. Improvement — это улучшение. High. Высокий, да? This mountain is very high. Эта гора очень высокая. Such. Такой. Даже есть выражение такое как. Such as. Например, I have many hobbies. У меня есть многие хобби. Такие как. Such as. И перечисляю там. Теннис, теннис, бадминтон, бадминтон, волейбол и так далее. Follow. Следовать. Или следить, да? They followed her. Они следовали за ней. Act. Играть. Например, играть на сцене. She acted on the scene. Она играла на сцене. Why? Спрашивай, да? Why do you learn English? Почему ты изучаешь английский? Ask, да? Как раз спрашивать. I'd like to ask you one question. Я хотел спросить тебя один вопрос. I would like, да, это полный I'd like, это краткое. Man, мужчина. Мы помним, что man. Это долгий звук. A man. Это мужчина. Man — это мужчина. Those men, например, те мужчины, were waiting for me. Ждали меня. Окей. Продолжим. Скоро перейдем к следующей части. Bye.